В чем суть доброты? Доброта, дорогие друзья, это наша способность принимать других людей такими, какие они есть. Но вот для того, чтобы по-настоящему это делать по-доброму, для этого нужно сначала понять, что перед вами за человек. Потому что иначе этими благими намерениями будет выслана дорога в известном направлении, а вот понять другого человека и принять его, выразить ему сочувствие не словами, и даже не делами какими-то, а тем, что вы понимаете его боли, его чувства, его кризисы. Это и есть такая настоящая человеческая доброта. Доброта может быть и такой, как бы сказать, более утилитарной, проявление заботы, какое-то действие просто для того, чтобы другим людям было легче справляться с какими-то задачами, способность войти в положение. Но эта доброта не требует от вас внутреннего личного участия. Подлинная доброта – это когда вы внутренне способны заинтересоваться другим человеком и не осуждаете его. Нас все осуждают, мы сами себя осуждаем. А вот вы когда можете принять, поддержать, помочь стать лучше, именно этим, самим фактом своей доброты, это настоящая доброта.